В эти выходные Россия, Белоруссия и Украина отмечают 1025-летие крещения Руси, приуроченное к дню памяти святого равноапостольного князя Владимира. Крещение Руси происходило в Киеве, поэтому торжества в столице Украины будут кульминацией юбилея. Какие мероприятия запланированы в честь великого православного праздника в Чувашии? В прямом эфире Национального радио рассказал отец Феодосий Аксенов. Основное празднование праздника, посвященного 1025-летию крещения Руси, пройдет в городе Новочебоксарске во Владимирском соборе, где будет присутствовать митрополит Варнава, значит, с двумя епископами канашским Стефаном, с Федором Алатырским, где по объявлению во всех храмах будет стекаться множество, скорее всего, народа. Мы надеемся на это, то, что этот праздник не оставит безразличными вот народ Чуваши. И после богослужения возглавлять будет молебен со сводным хором всех основных храмов города Чебоксары. Владыка Варнава будет служить молебен благодарственный Богу за то, что Господь сподобил землю российскую принять православие. 28 июля праздничные богослужения в честь крещения Руси пройдут во всех храмах республики. В Новочебоксарске церковная служба начнется в 8 утра. После молебна в ДК «Химик» города Спутника в 14:00 начнется православный концерт. А в 12 часов дня по всей России, Белоруссии и Украине поплывет колокольный звон. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.